точка притяжения для активной молодежи. В Бобруйске на базе училища Олимпийского резерва торжественно открывают спортивный кластер «Стрит-воркаут», блок «Урбанбол», бесшовное полимерное покрытие, современные тренажеры и место для игры в стрибол. Такой подарок городу делает Банк развития. Стоимость проекта – 125 тысяч рублей. Эта идея, собственно говоря, родилась в Банке развития. Ее поддержал премьер-министр. Это строительство таких воркаут-площадок, которые позволяют детям, подросткам заниматься, осуществлять свое физическое развитие. Площадь спортивно-игрового кластера 300 квадратов. Разнообразный функционал радует профессиональных спортсменов. К их услугам изогнутые и ровные шведские стенки, турники для силовых упражнений и кардиотренировок. Ребята из Федерации стрит-воркаута показывают настоящий мастер-класс. Предусмотрена здесь и безбарьерная среда. Есть подъезды для инвалидной коляски и специальные поручни. Плюсы площадки в том, что здесь много комплексов, благодаря которым можно прокачивать практически все мышечные группы. Понятное дело, что это все же не тренажерный зал, где можно там воздействовать конкретно гантелькой, да, на какую-то отдельную мышечную группу. Но здесь в целом можно очень хорошо поддерживать тело в форме. Только улица, турники, брусья и собственный вес. Воркаут как субкультура зародился в 90-е в Америке. В Беларуси движение обрело популярность около 10 лет назад. Секрет успеха прост. Красивое и здоровое тело без финансовых вложений и регулярных тренировок в фитнес-клубах. Здорово, что в нашем городе появляются такие площадки, как вот эта спортивная, потому что все дети города, не только спортсмены, но обычные дети могут приходить сюда заниматься. Это хорошее времяпрепровождение, здоровые дети, здоровая страна. Такая прекрасная инициатива Банка развития в виде предоставления нам этой современной спортивной площадки дала прекрасную возможность улучшить материально-техническую базу нашего учреждения образования училища Олимпийского резерва, которая позволит более усовершенствовать учебно-тренировочный процесс спортсменов. Благодаря Банку развития в регионе построено 4 кластера. 2 в Могилеве и по одному в Осиповичах и Бобруйске. Компания планирует и дальше поддерживать детский спорт. А это значит, в скором времени во многих городах Беларуси появятся свои площадки. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.